Об игре, ну, первый тайм, пока силенки были, играли на равных, но во втором уже физически команда еще не готова. Первое, второе, мы тренируемся только неделю и перешли на другую схему, которую только один день попробовали, поэтому еще рано о чем-то говорить. Вот. Нужно время. Саф мне очень понравилась команда, живая, особенно фланги такие быстрые. Вот. Плюс 77, 70 номер. Хорошие ребята. Какие впечатления оставили наш город? Город? Наш клуб. Ну, клуб, он. Все отлично, спасибо за прием. Но город впечатление красивый, но очень жарко. Даже жарче, чем у нас душа моя. А так все великолепно. Удачи. Вы когда-то играли по мере, да? Да, играл. Был, да, играл. Было это с 90 по 92 год. Как вы сравниваете раньше футбол и сегодняшний футбол? Ну, я не люблю сравнивать эти моменты, потому что они такие, как бы, сравнивать. Помер хорошей команды были? Нет, Помер, да. Ну, хорошие игроки были таджикские. Сравнивать... Это неблагодарное дело, плюс там со всего Советского Союза играли футболисты там, во всех клубах. Плюс разные футболы показывали, и Армения, и Грузия. Все по-разному играли, поэтому интересно было. А какие у вас перспективы? В плане перспективы? У меня контракт до 1 января, а там видно будет. Я так далеко не заглядываю. Если вы... Лига чемпионов играет, да? Да. Вы тоже, да? Тоже, да. Если на Сафу в одном группе попадете... Уже другая команда что? Будет. У нас другая команда будет. Я вам обещаю. Да? Да? Да. Это другая команда, да? Ну, она не готова еще. Сколько легионеров у вас? 6. Вот они только приехали. 4 дня назад собрались все вместе. Чемпионат уже первый круг закончился, да, у вас? Первый закончился. Почему, если первый круг закончился, вы говорите, команда не готова? 6 человек новых приехал, легионеров. Что новых? 4 дня. Все равно костяк был же? Костяк? Да, команда. Пол команды. Да? Конечно. Все впереди. Какие пожелания? Пожелания также. Процветания клубу, городу. Самое, чтобы все были здоровы и не было войны. И тоже желаем успеха. Спасибо большое. Спасибо.